Давай, иди поиграть. Всем привет! Мы на канале Планета Алис. Привет, друзья! Сегодня у нас великий день. Сегодня мы будем отдавать наших маленьких котяток. Но только одного черного нет. Черный — это наш котенок, да. Черного мы решили оставить себе. И, в общем, мы хотели, конечно, чтобы они у нас еще немножко пожили. Но дело в том, что нам позвонили. Мы поставили объявление, что мы раздаем вот этих вот котиков. И сегодня нам позвонил один молодой человек, и он сказал, что он хочет подарить всех трех котят своей маме. А сегодня у нас день матери. Мы хотели, конечно, их еще немножко у себя подержать, а так как он хочет подарить на праздник, к сожалению, не получится. Ну ничего, черненький котенок Пуфик у нас все время остается. Мы его решили оставить себе. А вот эти вот трое братьев-акробатов. Они играют. Ну ладно, давай. Пусть вместе друг с другом играют. Вот, ребята, так что сегодня наши котики поедут в новый дом. Мы ждем сейчас, вот-вот должны за ними уже приехать. Ну, котята стали уже совсем большие. Они уже хорошо кушают сами, они ходят на горшочек, приучены. Поэтому, конечно, с ними никаких проблем быть не должно. В общем-то, это хорошая новость, потому что котят довольно трудно пристроить вот так в хорошие руки. А тут они еще и поедут и будут все вместе. Их даже не нужно будет раздавать в разные дома. То есть они все вместе будут, и они не будут скучать. Ну, наш черненький, ну, он тут не соскучится с нашими Яси и Максом. Так что, к сожалению, видео с туннелем мы уже будем тоже снимать только с нашим котенком. Ну, ничего. Теперь у нашего котенка все игрушки достанутся ему, который остался черненький. А вот эти поедут сегодня к новому хозяину, да, или к хозяйке. Мы спросим у них, если можно иногда прийти проведать, как они там поживают, или хотя бы позвонить и спросить, как у них, все ли в порядке у наших малышей. Да? Мы к ним уже так привыкли. Да, зайчики, поедете сегодня. Да. Тебе не жалко отдавать котят, Алис? Да. Один в шкаф. Один в шкаф. Ага. Так, ну-ка. Нужно достать его из шкафа. Жалко. Жалко. Один в шкаф, он очень хорошенький. Да, они все хорошенькие. Ну, достань его из шкафа только. Все, разыгрались. Разыгрались. Алис, пластилин на столике, пожалуйста, не на полу. Посмотри. На полу котики. Во-вторых, посмотри, вот это все собрать надо. Ну-ка. Удачи вам, котики. Удачи вам, котики, да. Удачи вам на новом месте, у новых хозяев. Но мы думаем, с вами будут хорошо обходиться. Там какая-то мадам, которая очень-очень любит котят. И он, говорит, уже 2 месяца искал ей котят в подарок. И вот тут он увидел ваше объявление с нашими котятками. Я думаю, его мама будет очень довольна получить 3 таких чудесных котенка сразу. Ну, а мы очень довольны, что они попадут все в хорошие руки и все вместе, что их не будут разлучать. Он русский? Нет, зайчка, он не русский, мы же в Бельгии живем, здесь русских не так уж и много. Он не русский, но он говорит по-французски. Он бельгиец. Бельгиец, вот он французский, а не русский. Бельгийцы разговаривают по-французски или по-фламандски в другой половине Бельгии. Но здесь у нас по-французски в Волоне. Вот, так что вот так, ребята, мы говорим нашим котикам пока-пока. До свидания, котятки. Растите там хорошо, здоровенькими, веселенькими. Вот. Ну что, ребята, всем пока. По-моему, кто-то пришел уже за котятами. Алис немножко расстраивается. Ну ничего. Все-таки мы уже объясняли, что мы не можем их всех у себя оставить.
потому что у нас уже есть собака и еще две кошки. В общем-то, это будет немножко многовато даже для нашего дома, хоть у нас есть сад, но все равно это слишком много, столько кошечек. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал Планета Алиш. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых наших видео, потому что черный-то котенок остался все время у нас, и у нас для него еще есть очень много интересных игрушек, и мы будем его обязательно снимать побольше для вас. Так что смотрите, ждите следующие видео. Всем пока, ребята!